На моем канале в этом плейлисте видеоредактор видео здесь и создать видео, добавление музыки, фото. Вы найдете нужные видео, как соединить, как сделать поздравление, как добавить музыку, видео, два варианта, как сделать превью. Так что смотрите. Смотрите плейлист, будет много интересного видео. Привет, друзья! Как озвучить видео в Windows 10 и соединить потом все это в видеоредакторе Windows 10, соединить аудио с видео. Для этого вам понадобится будет пользоваться клавишами. Нажимать будете вот эту клавишу Windows и стрелочками влево-право будем уменьшать. Сейчас все это покажу. Это очень удобно. Запись аудио можно ставить на паузу. Для начала вам надо открыть видеоредактор, открыть запись голоса Windows 10. Все это находится в панели. Заходим в пуск. И в этой стороне, у меня уже здесь вот так вот я сделал запись и видеоредактора голоса. Вы будете искать здесь, в левой стороне. Вот они рядом, запись голоса. Нажимаем. И также видеоредактор. Вот видеоредактор, также его открываем. И также можно еще один способ открывать просто запись голоса и нужное вам видео, а потом вставлять в видеоредактор. Это уже на усмотрение, как вам удобно. Теперь нажимаем клавишу, чтобы добавить здесь новый проект, и выбираем видео. Ничего, потом мы, когда будем сохранять, назовем его, окей, нажимаем. И нажимаем добавить видео. И выбираем с компьютера свое видео. У меня оно находится в документах. Нажимаем каптура. Два раза щелкаем, или же открыть, и добавляем. Добавляем, теперь переместить в раскадировку. Нажимаем, и вот ваше видео. Теперь нам надо добавить пользовательский звук. Нажимаем пользовательский звук. И теперь будем записывать. Вот наше видео примерно, и можем рассчитать, сколько минут. И теперь нам понадобятся клавиши, чтобы мы видели видео. Нажимаем Windows, что я показывал на клавиатуре, и стрелочку влево. Или вправо, куда уходить. Поместили влево. Теперь также звук увеличиваем. И нажимаем клавишу Windows на клавиатуре и вправо. И вот так мы разделяем на две стороны, чтобы нам было удобно записывать. И теперь мы можем включить видео. Если неудобно, видео можем свернуть. И открыть просто видео, зайти в свое, где у вас находится видео, и открывать видео, и точно так же все делать. Два варианта, как вам удобно. Выбрали видео и открываем. Точно так же нажимаем клавишу Windows на клавиатуре и стрелочку влево. Уменьшаем, чтобы удобно было вам видеть, что говорить, если вы хотите полноценную озвучку. И также звук. И теперь начинаем вести запись. Все легко и просто, и очень удобно. И главное, что здесь в редакторе, когда вы ведете запись, вот я нажимаю, как создать видео. Пошла запись. Включаем видео и смотрим, что мы на видео хотим озвучивать. Вот одновременно. И мы теперь вот здесь находится настройки, показываю. Приостановить запись. И можем... Здесь тоже нажать паузу. Допустим, нам надо что-то заняться, выполнили для чего. Теперь опять же продолжаем запись вести. И поехали дальше запись. Все идет запись, мы озвучиваем видео хорошо. И теперь нам все это надо что сделать? Сначала я вам покажу кое-какие настройки на видео. Не надо, а на самом звуке сейчас покажу настройки. Надо настроить. Увеличиваем звук. И смотрим, какие настройки. Так, ну я думаю, хватит. Вы поняли, в чем
Давайте да запишу. Здесь можете добавить метку. И потом, когда закончили запись, нажимаете остановить. Все, запись создана, аудиозапись. Теперь только остались вот настройки. Переименовать. Называем видео. Нажимаем переименовать, чтобы не запутаться сразу. И теперь здесь есть удалить. Также вы можете настроить микрофон. Открыть папку с файлом, посмотреть, где она находится. Нажимаем открыть папку с файлом. И вот она будет у вас в документах. У меня находится, у вас, не знаю, вот у меня написано в документах. Мы открываем и находим это аудио. Также вы можете поделиться этой записью. Также сразу можете обрезать. Это несложно. В общем, полноценный монтаж. А мы теперь будем все, теперь нам же надо соединить аудио и видео в одну кучу. Теперь мы открываем видеоредактор наш. Мы уже открыли его, либо потом. Вот мы открыты наш видеоредактор, наше видео. И теперь главное, вот эту клавишу выставляете, вот как вы выставите, туда здесь и будет стоять ваша аудиозапись. Если хотите в начало или в середину, выставляете, где уже это двигаете ползунок. Давайте в начало поставим и теперь добавляем аудиофайл. Эту запись, которую мы создали. Нажимаем добавить. Открывается. И ищем. Теперь мы уже знаем, где находится. Мы посмотрели вот документы в моем случае. И находим аудиозаписи от Windows 10. И открываем. И вот наша запись. И мы просто нажимаем и открыть. Выделяем синим и открываем. И вот она добавилась. Проверяем то, что записали. Как создать видео. Пошла запись. Включаем видео и смотрим, что. И теперь мы можем точно так же уменьшить. Вот одновременно. Видео обрезать. Мы теперь вот здесь. Давайте находится настройки показывают. Помните, что вы всегда можете изменить. Ну, мы сейчас нажимаем готово. И просматриваем ее в редакторе. Дальше запись. Все идет запись. Вот видео. Слышно. Хорошо. Как говорит. И теперь, если нужно нам какие-то действия здесь в редакторе, их много, я не буду показывать. Допустим, обрезать. Двигаем этот ползунок, докуда мы хотим обрезать. Прослушиваем. Сначала я вам покажу кое-какие настройки. Нажимаете. Проверяем, докуда нам надо обрезать голос. Как создать видео. Не спеша. Пошла. Так же самое выставляем вот ползунок, где нам надо обрезать. И этой меткой подвигаем. Если в эту сторону, вы поняли. Если в другую, то эту шкалу подвигаете. Все понятно. И нажимаем готово. Теперь проверяем еще раз. Я специально как сделаю коротенько. Видео. Пошла запись. Все получилось у нас. Останавливаем. И теперь выбираем. Так же самое можем к видео добавить пользовательскую музыку. Аудиофайл, музыку. Либо же сразу здесь в Windows есть фоновая музыка. Добавляем фоновую музыку. Выбираем музыку. Регулируем громкость. Нажимаем готово. Проверяем, потому что громкость сразу не слышно. Мы на видео хотим озвучивать. Вот одновременно. Мы теперь... Все, вот мы теперь... Осталось нам только завершить видео. Мы создали. Если мы хотим добавить еще добавочно фотографии к видео, начало или конец видео, так же самое добавляем и соединяем. Ну, так как я только показываю, как сделать аудиозапись, в следующем видео я покажу, как все это добавлять. И нажимаем «Завершить видео». Я выбираю качество пониже, чтобы быстрее оно сохранилось. Выберу низко. Вы выбираете, какое вам надо. Теперь нажимаем «Экспорт». Называем видео. И нажимаем «Экспорт». Все, пошло у нас экспортирование. Это быстро.
Мы добавили музыку, аудио записали, все отлично. Вот создалось наше видео, открывается автоматически. Как создать видео? Пошла запись. Включаем видео и смотрим, что мы на видео хотим озвучивать. Вот одновременно. Вот все, так быстро создали мы видео, попало на ценное видео с любым качеством. Можно 1080 расширение, 720 и низкое 540. Оставляйте лайки и комментарии, кому помогло и понравилось это видео. Всем пока-пока. До следующей встречи на YouTube. С вами был Клуб Полста.